Согласно действующему противопожарному режиму, в крае запрещено жарить шашлыки. За костер в черте города или на природе предусмотрен штраф до 4000 рублей для физических, до 30 тысяч для должностных и до 500 000 рублей для юридических лиц. Для того, чтобы контролировать требования пожарной безопасности, усилят патрулирование и организуют дежурство. Такие меры принимают для профилактики пожаров. Их пришлось усилить из-за ветреной погоды, говорят в МЧС.